визуально кажется, что побольше, но только 15 минут сыграли. Если все так и продолжится, я думаю, там и до 70% у «Металлурга» дойдет. Подача, Фридиани, скидка, и завершать нужно! 1-0! Партнера и Илья Глебов. Еще раз посмотрим. Елеев подает, а Фридиани... Идеальный сброс, ну и Глебов был почему-то совершенно один. Болтунов развернулся и смотрел только на мяч. Сейчас мы четко на повторе видели, как Федор Болтунов бросил своего игрока. Ярослав Хромей, главный судья сегодняшнего матча, отдельно поговорил с футболистом «Металлурга», который правила нарушил. Объяснил ему, что так делать больше не надо. А здесь разрезающая передача, выход в ноль, и ворота пустые. Глебов делает дубль. Очень высоко поднялась оборона «Кванта», и стремительная атака «Металлурга» приводит к голу. Смотрим. Очень далеко вышел Яковлев. Эх, Фридиани не пожадничал, отдал Глебову. Очень крутое решение Руслана Фридиани и Илья Глебов. Этот дуэт сегодня работает на пятерку с плюсом. Мяч по воротам футбольного клуба «Квант» забил номер 19-й Илья Глебов. Подача в штрафную. Там уже двое лежат. Добивание. 3-0. Илья Глебов делает хет-трик. Все продолжают поздравлять Глебова. Не знаю, чем был недоволен Белов. Его команда забила. И незачем раздражать судью лишний раз. Абсолютно один Глебов.